Так, друзья, всем привет. Такой вот проект. Это полка на стену. Повешивать ее хочу вот сюда. Место тут есть, но вот эту вот историю все разобрать. Так, как снимал, как делал? Не снял, но здесь все банально просто. Уголки я купил. Вышло в 900 рублей, 4 штуки по 3 метра. Ну, а остальные перегородки, они были. Вот эти из арматуры сделаны. А вот эти сделаны из того, что было. Куски какого-то металла. По-моему, от бойлера вставка. Сейчас приделываем уши. То здесь раскосы не буду делать. Я потрогал, и так крепкое. Ну, вот такие. Особо тут ничего не будет стоять. Хотя не знаю, может быть, какие-то тяжести буду ставить. Наверное, сейчас сделаю еще раскосы. Вот сюда приварю. И приваривать будем ушки. Три уха. Потом красить. Ну и вешать. А сюда, ну, соответственно, будет вкладываться деревяха. Такая конструкция получилась. Еще раз косыны не ставил. Раскосы, вернее. Что-то вот здесь вот приварил из этого же уголка. Оно сейчас просто вниз направлено. Три. Вон там два и третья. Ну, из тоже с 25-го уголка просверлил. И еще просверлил вот здесь вот много-много-много маленьких дырочек. Это потому что Нужно было вот этот уголочек развернуть, чтобы дощечки тоже вот так же вот, ну, встали. Ну, вы понимаете, то есть вот так, чтобы они вставали. Ну, вот если будете делать что-то подобное, верхний уголок разворачивайте. Ну, а у меня будут дощечки, получается, либо снизу прикручены, либо сверху, ну, на саморезах. Как-то так. Готовы к покраске. Так, я его поставил. Красить буду универсальный, красный. Вот этот же цвет. Вот он. Итак, вот как сейчас выглядит покрашенная полочка. Дальше будем вешать ее и делать. Я думаю, у меня есть парочку-тройку палетов. Из них нарежем, лаком скроем, чтобы было все красивенько. Для себя все-таки в гаражик свой. Это того стоит.